Я считаю, что конкурс «Мисс Вселенная» для нашей страны крайне важен. Я надеюсь, что на нем победит красавица Сатурна и ее 19 щупалец с 56 тысячами присосок, оригинальными шипами и прыщами на лице будет по достоинству оценена жюри, поскольку Вселенная, красота Вселенной, она неисчерпаема, и она должна найти подражание. А все эти тощие модели, которых для нас создают, образ которых для нас создают голубоватые модельеры, для того, чтобы мы перестали любить женщин, я надеюсь, проиграют с треском на этом конкурсе. И когда-нибудь на эти конкурсы вернутся образ настоящей женской красоты. Женщины сильной, женщины красивой, женщины матери, женщины возлюбленные, а не женщины-вешалки, которые создаются для того, чтобы услаждать глаза и взоры богатеев и носить на себе достаточно сомнительную по красоте и по возможности массового употребления одежду. Современная мода – это фальшак, который создан голубым лобби плюс финансовыми воротилами. Он не имеет к красоте никакого отношения. Это мода, десексуализирующая женщину и унижающая ее, на мой взгляд. Поэтому я надеюсь, что, вот, как я сказал, эта сатурнианка с полипами, прыщами и щупальцами победит на конкурсе «Мисс Вселенной» в Москве. Это будет огромное достижение, тем более перед началом Сочинской Олимпиады.